Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби, вторая часть. Так, что у нас тут? Дьявольская груша, 5 штук, забираем с превеликим удовольствием. Вот зачем вот эту вот пиньяту, если видно, что она там выпадает? Нет, вот надо вот такие вот нюансы здесь делать. Так, ежедневочка, чё? 5 кристаллов, как много, ё-моё. Ладушки, у нас с тобой ивент. 18 часов еще будет действовать. Давай посмотрим, что у нас здесь интересного будет. Так, Дэйв, что-то тут ему нужно. Давненько мы их не видели. Гаргантюа, там на шариках будут чудики у нас. Орехи. Выдают нам орехи сразу же. Так, гриб-отравлялка. Ладно, пока придержим его. Зомбики уже ползут, видишь, вон. Идет делаш. На, съешь грибок. Чепушил ты несчастный. Все. Ну, мортира. Яблочно, естественно, пускай бомбит. Сейчас мы еще вот так вот сделаем. Отравим их всех тут. Ну, здравствуйте, приплыли. Вот вас тут только, блин, и не хватало. Несчастные вы пираты, а? Блин. Еще и этот с пушкой. Блин, как быть-то? Давай, наверное, вот так вот сзади наших орехов поставим грибочки. Пускай хавают. Так, сюда вот поставим мортиру. Можно, в принципе, сейчас просто зарядить и все. Да? Сюда влепим. Так, два ряда орехов тогда у нас получается будет. Ну, мы уже начинаем пушку бомбить. Сейчас она сломается. Так, а вот и летающие прибежали, прилетели. Так, ну, мортиру, еще раз тебе повторяю, она крута тем, что она, ребят, на некоторые, на там доли секунды станет противником. И они стоят на месте, ничего сделать не могут. Так, а вот бомжи нам здесь не нужны. А они тут идут. Что будем делать? Наверное, вот так вот выставлять тогда уже. О, начинается попрыгунчество вот это вот бомжовское. Так, я этого что-то не увидел. Неужели захомячит, а? Да, по-моему, съел спокойно причем. Бедный наш мортиру. Ну, давай вот так вот сделаем. Слушай, я же хотел сделать. Че, ульта-то не работает? О, гаргантюаха ползет. Но это не последняя волна, как я могу понимать, да? Далеко не последняя, потому что... Что еще за танцы-шманцы? Не надо из никаких танцев мне, пожалуйста. Давай без этого, без этих выкрутасов. Так, сюда поставим орешек. Сюда. Начинается бомбежка. Ну куда ты, бомжара, блин? Вот бесит он, а. Просто бесит. Этот бич-попрыгунчик, блин, чертов. И ничего не сделать, главное, понимаешь? Против него. Именно вот в данный момент, когда здесь стоит вот мортира. Он ее просто съедает и все. Ну что, остается у нас, по-моему, последняя пушка. Сейчас мы ее разбомбим. И победа будет за нами. Так, ну что, ивент, в принципе, легкий. Поэтому я, наверное, сыграю еще разок у него. Так, рис взрывной. Бомб-гранат. И 1000 монет. Так что давай-ка еще, наверное, попыточку сделаем все-таки. Ну давай, давай, давай. Да я понял. Слушай, я думаю, наверное, даже можно на ускорении, да? В принципе, сыграть. Давай-ка ускоримся. Какая нам разница? Давай вот так сделаем. Просто так будет быстрее. Вот и все. Сейчас все здесь застелим. Так, мортиру поставим сюда сверху. Ну и орехи, конечно же. А лучше, конечно, вот этот вот гриб ставить вот сюда. Мортиру, наверное, да. Мортиру лучше поближе немножечко. Почему? Как раз против этого прыгуна, бомжа, который будет сюда прибегать. Так мы с тобой, наверное, и поступим. Так, подожди, орех, иди сюда. Вот так вот сделаем. А уже мортира пускай вот здесь вот стоит. Так вот
высеем здесь грибы. Чтобы как только вражина появлялся, сразу получал отравление. Всякие там гаргантюахи и прочее, прочее, прочее. Я не пойму, в чем проблема-то. Мы... Давай сюда. Сюда. Ты посмотри, смотри, 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 смотри. Ай-яй-яй. Нам придется сделать вот таким вот образом. Закидал просто он своих этих мелких хлыщей именно к нам. Мне это как бы не особо понравилось. Дай сюда мне росточек наш маленький. Так, мортиру сюда влепим. Вон идет гаргантюаха. А знаешь, что я сделаю сейчас? Вот так вот. Бамс. И все в чернилах. И все в чернилах. Ну что? Угу, попрыгунчики. Давай я вот сюда, наверное, поставлю гриб. Да ёк-макарёк, ну. Замечательно. Ничего у них не получилось. Где там эти бомжи? Вон они. Ага, захотел чего. На чернилочку, да, попал? И здесь то же самое. Вот для чего я и ставил ядовитые грибочки именно здесь. Эти бомжи прыгали на них и, соответственно, погибали. Все, ребят. Я же говорил, что стоит проходить вот эти вот ивенты и желательно по дополнительной попыточке. Бомб-гранат, 3 штуки. Так, груша-импа. И еще 1000 голды. Все. Так, ну что, у нас должно быть очень много заданий, ивентов, которые мы в прошлой серии с тобой не прошли. Но я собираюсь сегодня, ну, может быть, не все, но большую часть из них сделать. Давай глянем. Надеюсь, они еще не откатились. Так, нет, они в пыни прусуют. Где они у нас-то? Где-то там на ежедневках, по-моему, да, насколько я помню. Сюда вроде надо зайти, и да. Так, это мы забираем. Здесь что у нас? Все это забираем. Да, по чуть-чуть, помаленьку, но все-таки забираем. И здесь еще один. Так, здесь трогать ничего не будем. Угу. Ну вот, видишь, вот ивент, вот, вот. Это у нас на кристаллы. Да, тут приличное количество. Что здесь разыгрывается? Ага. Электрическая лоза. Поехали. Она мне нужна, ребят. Этого растения у меня нету. Хотелось бы его получить, поэтому... Воу-воу-воу. Да. Ну, в принципе... Так, кактус. Хм. Кактус он прошивает полностью, да, ряд? Да. И электрическую лозу поставим с тобой, естественно. Давай так сделаем. Васаби тоже нам здесь будет помогать. Кактус у нас в такой майке. Отлично. Так, наверное, сюда вот поставим. Ну, я думаю, что здесь у нас все будет четенько. Давай сюда поставим. Так, росточек вылез. Можно их везде поставить. Вот эти вот электрические лозы. Внизу вот единственное, что, блин. Ай-яй-яй, давай, наверное, вот так вот сделаем. Сюда нужно лучше поставить, конечно, кактус. Но если нет кактуса, то ставь, что есть. Да ну, блин, ты посмотри. Ай-яй-яй. Блин, да что ж такое-то? Блин, мне нужно сюда кого-то вот сюда, вот на эту лозу. А мне не дают. Вон, только электрическую лозу дают, и все, ребята. Зашибись. Ну. Вот так вот и придется нам с тобой сейчас тратиться, выставлять. Они съедают его моментально. Ладно, газонокосилка их сейчас уничтожит всех. Потому что ничего не дают. Только вот лозу дают электрическую и все.
Хотя мы могли бы кого-нибудь с тобой выкопать, и мне кажется, нам дали бы, да? То же самое васаби хотя бы. Ладно, уже не имеет значения, мы с тобой прошли только лишь первую стадию из пяти. Так что давай двигаться дальше. 50 семян, если дадут, если я правильно понимаю, если... Или там 50 семян разных растений, или же 50 семян именно на электрическую лозу. Посмотрим. Так, ну здесь у нас, я смотрю, зомби будут с усилением. А видишь, да? У них тут... Твою налево, блин. Банок-то им там наклепали, ты посмотри. Ага. Вот так вот даже. Вот куда? Вот куда? Бежит, блин, сломя голову, а? Давай. Это мне пригодится. Ох, тут еще и курицы, да? Влупляем. Еще влупляем. Как бы надо без остановки, грубо говоря, шпарить. О, там прыгун. Там, друзья мои, зомби попрыгун. Он не успевает, да? Ничего, не прыгнуть. Так что хорошо. Так, лили-повар, это замечательно, ребят, что она нам выпадает здесь периодически. То есть мы берем с тобой вот это вот все. О-о-о-о, куда подходите? Это уже так близко, эй. Давай. Не то сделал, не туда, блин, активировал. Так, ты его откинуть сможешь? Откинул, молодец. Такая музыка звучит, как будто какие-то фильмы ужасов, ё-моё. Или это, знаешь, как-то в Индиана Джонс, да, в приключенческом фильме. Блин, они все пробирками тут своими забили. Я не могу ничего поставить. Вообще ничего не могу сделать, окей? Что вытворяют? Давай так поставим. И вот так. Ё-моё, там робот идет. Там идет Гаргантюа плюс этот чувак с палаткой. Воу. Ты что за выкрутасы? Этот еще сейчас пролетит, да? Допустим. Смяли. Брейн. Мозги. Ну что там делает? Так как вы достали своими этими летунами, а? Откинули. Была бы удобряшка, было бы намного все проще. А удобряшку мне не дают. Фига-то марширует эта фигня. Господи, мы с тобой сможем подбить вот этих вот или нет? Сегодня. Так и будем телепунькаться. Похоже, так и будем телепунькаться с тобой. Да. Ставим сюда, прям под ноги. Да не может быть, чтобы они такие были прям мощнявые, уж настолько. Просто он своих летунов вызывает, вот эта вот машина, и все. Что ж такое мощный-то, а? Смотри, мы бросаем ему под ноги вот эту жижу, да, которая, по-моему, замедляет, если не ошибаюсь, противников. Yeah, наконец-то, наконец-то разнесли. Долго мы с ними, конечно, тут елозились. Но, тем не менее, прошли. Так, 6000 монет у нас с тобой уже накопилось. Все равно этого пока мало. Двигаемся далее. Что у нас здесь будет? Давай посмотрим. Ну все, 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 Ромашка, я понял, понял тебя, крутится на мне. Оу, щет. Ну, уровень воды, как мы видим, выше не поднимется. Выше вот этого значения.
так что хорошо. Куда ты ползешь? Скачет он мне здесь. Схавай его, пожалуйста. Угу. Лоза, сюда будешь бомбашить. Так, спасибо. Ну, клякса, давай. Бомби по ней. Так, взрывная. Взрывную мы пока с тобой прибережем, я думаю. Нет, пока прибережем. Ах ты, гаденыш, а? Ах ты, гаденыш, куда? Ох, идут. Давай тогда так сделаем. Как же меня раздражает, а? Влупляем. Что-то как-то дело дрянь, ребята, у нас получается. Вообще дрянь. Вот куда бомбануть здесь? Куда? Кого вжаривать? Это же мне нанялся. Это кто там у нас? Гаргантюэш или не показалось? Нет, не показалось, блин. Вон они идут. Ай-яй-яй. Вот так вот делаем. А им пофиг. Им, понимаешь, им по барабану, что я делаю. Жги. Ты рэш какой-то. Посмотри, что происходит. Взрываем здесь. Почему не могу взорвать? Понятно. Потому что там не было, там все забито было. Давай вот так вот сделаем. Шок, вводим их в шок всех. Я не переживаю, у нас здесь еще с тобой все эти моторы целые, так что даже если они вдруг пройдут каким-то чудом, то их сможет уничтожить наши моторы. Ну ты смотри, что творит, а? Захомячивай ты его уже давай. И что он делает? Ну сдвигает, это вот бесит меня. Так, рыбачок, ты сейчас да выпендришься там. Все. Слушай, ну мы справились, было сложно. Терминатор, I'll be back. Фух. Ну здесь прикольно, такой напряженный, да? Поединочек был, мне понравилось. Окей, еще два боя. Давай-ка заценим. Ну все, хорош, Ромашка, ну я понял. Не нравятся мне вот эти вот, когда тут тыквы. Ух, римляне. Римская эпоха, да? А что я могу сюда посадить, не понял. Так нельзя делать. Блин. Хорьки эти еще несчастные. Ладно, допустим, сделаем таким вот образом. Сюда поставим. Так, подожди. Тогда еще здесь. Сюда гриб. Так, спокуха, погнали. Как это помогает мне или нет? Видишь, эти вон легионеры идут. Легионеры, да? Так, здесь бомбим. А вот это что у нас? Я уже забыл, что это делать. Ага, вспомнил. Так, бублигум. Бублигум. Ну-ка, вжариваем.
Центурион идет. Зомби-центурион. Да хорош там бросать такую. Ты смотри, что сделал. Ты глянь, что он творит. Что, это бесполезняк, да, типа? Нет, все нормально, все у нас получилось. Вжариваем. Я не успеваю тут разглядеть, где тут, что, куда. Так, когда-то в жвачке, то в жвачке вот этого надо клепать. Пока не поздно. Так ведь? Он освободился. Жги. Твою налево, не успел, ребята, да? К сожалению, не успел, где-то продинамил. Ладно, повторим. Где-то продинамил. Хотя, по логике, все вроде бы нормально получалось. Видимо, где-то вот здесь вот тыкву уничтожили. А, там еще с факелами идут, чуваки. Вот оно что. Понял. Ну тут надо регулировать, одним словом. Тут надо это все регулировать. Надо вверху, внизу. Все вот. Ай! Смотри, 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 смотри. Вот, ребята, вот моя ошибка. Тут пришлось уже вот так вот сделать. Да что ты, я же выставил. Блин. Надо вот так вот делать. И центурионов. Ну а что? Других вариантов я не вижу, ребята. Не буду я пока здесь ничего делать. Давай вот так. И вот так делаем. Вот самое уязвимое — это вот это вот, ребят. Видишь, что там ползет? Вот он идет. Блин, вот он как раз-то и сжег. Ё-моё, ребят. Почему мы не можем справиться с этим чепушилой, который идет с факелом? Я не пойму, я там уже две ульты на него нажал и по барабану. Хорошо, ладно, давай мы туда поставим тогда бонг-чой. Раз этот грибник, блин, споровик не справляется. Короче, самые уязвимые точки — это вот верхние и вот эти вот. Центровая, она, так скажем, самая безопасная. Вот именно вот это вот. Вот это вот. Остальные все как бы подвергнуты быстрому и тотальному уничтожению, так скажем. Ну да. Вот так вот сделаем. А здесь придется, наверное, бонг чуть выставлять. Сделаем так. А, вот сюда поставим по грибочку. Ну вон, опять наверху, ребят. Ну и чё? А где остальное-то? Вот. Вот сюда я поставлю, убрать я их не могу. К сожалению. Хотелось бы, но не могу я их убрать. Пора зажигать. Все. Сейчас пойдут у нас... Блин, вот эти вот тоже, кстати, которые... Блин, бегут. Что делаем? Да ничего пока не делаем. Давай вот сюда, наверное, поставим. И вот так вот. Да хорош ты. Смотри, что вытворяет, а? Целую кучу бонг-чой тут сделаем. Так, ульта, это хорошо, ребят. Видишь, там еще этот со своей статуей, он статую свою толкает.
гаденыш. Да-да, вот этот вот зомби, и все, и... Блин, вот тут у нас практически ничего не стоит. Ай-яй-яй-яй-яй. Идут. Че, все, растения закончились? Где еще-то растения? Я не могу понять, сейчас же... Ну, пипец, смотри, что происходит. Вот так вот мне приходится делать. Защищать, блин, своими силами. Он сейчас еще хмырю наш своего, да, бросит? Молодец. Трындец какой-то. Смотри, сколько в него приходится заряжать. Че, нормально, что ли? Нифига не нормально, ребят. Давай, давай, иди, 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 бери газонокосилку. Всех там чикай. Так, я вжариваю. Так, я не пойму, что там происходит. Зашибись, называется, мы с тобой подзаработали и тут же потратились. Так, они в жвачке, да, стоят оба. Было 4000. Да какие 4, там было 6000 у нас монет. Осталось меньше 2000. Зашибись. Вот этот вот гриб, споровик, такой фуфло. Вообще бесит меня, если честно. Не знаю, как он, друзья, меня он раздражает. Он медленный. Свои грибочки тюставляет. Стреляет там еле-еле. Мне не нравится. Так, ну что, последний поединок. Наверняка он будет очень жестким. Посмотрим, что у нас тут выпадет сейчас. Что за задание? С какими, блин, условиями? Офисные зомби, как я их терпеть не могу, ребята. Они самые крепкие, вот как по мне. Эти зомби с офиса. Окей, ладно. Давай сделаем так. Нам бы здесь с тобой не помешал бы, знаешь, кто? Цитрончик. Эй, не надо. Сейчас начнет. Естественно, начнет, ребят, своих... свои надгробия здесь раскидывать. Давай ее так вот сделаем. Пускай он пока его там бомбит потихоньку. Да блин, заморозился. Уже поздно. Захомячит, да, сейчас? А нет, нормально. Да что ты... Вернись. Я жду, просто хочу цитрон, ребята, получить. А, это бесполезно, это заморозка. Шипы. Вы мне сегодня дадите, блин, на цитрону накопить или нет? 325 он всего лишь стоит. Не миллион же, блин. Давай. Пошел. Бомби. Так, тебя тут, блин, только не хватало. Ну, началось. Ну, началось. Так, давай выставлять тогда грибы с тобой здесь. Чтобы они просто хотя бы стояли. Стояли и бомбили. Шипы. Что, специально, что ли, да? Да заморозь эту же гаденыш, что достал, а. И этот все наяривает. Этот все забрасывает. Влупляем. Так, шипы. Цитрон, ты что там спишь? Там надо бомбить, а не дурковать.
справляется, что ли, не могу понять. Нет, не справляется, походу дела. Ладно, фиг с ним, пускай там одну газонокосилку потратим, так уж и быть. Но только одну. Копил-копил, да, на струны, и его захомячили. Ну а с этим что, с этим-то что будем делать? Целая армада идет. Тут и маги, я смотрю, вон, смотри, там целая куча их бежит. Охламонов этих. Начинает там колдовать. Засранец мелкий. Да заморозьтесь вы уже. Поехали. Кстати, наверху-то беда. Да сколько вас? Я думал, там последняя, блин, волна. Нифига, ребят, что-то прет и прет их. Так, наверху, наверху опасно, ребят. Смотрите. Ну, вот так вот только денег заработал. Трэш. Я думал, что все. А это нифига не все. Еще волна, оказывается, идет. Понимаешь? Еще идет у нас одна волна. Ну, газонокосилка, вали их там всех. Что интересно делать у нас вот это? О, как оно работает. Так. Что у нас тут из опасного, я смотрю. Так, этого. Да подожди, ты сколько тут фонта, ё-моё. Я уже рассчитывал, что все. Они прут и прут, прут, прут. Зашибись. Что за дела-то, ребята? Этот офисник, где он там? Его надо замораживать или что с ним? Я не знаю, что делать с ним. С офисником, с этим. Наверху, наверху, блин, паршивцы. Да ты заморозишься или нет сегодня, а? Здесь я не могу по одной причине, ребят, пройти. Потому что тут, видишь, надгробие эти фиговые. И вот этот охламон просто разбрасывает. Трэш. Да заморозься ты уже в конце-то концов, а. Блин, вот этого мы с собой уничтожим сегодня или нет? Или... А, так он еще и наверх бросает. Он везде разбрасывает, да? И заморозить не могу. Блин, пипец какой-то. Какой гриб? У меня даже денег нет для того, чтобы... Чтобы тут заморозить или еще что-то сделать. Прикинь? Все, он просто, ребята, всех законопатил здесь. И все. Ты видел такой идиотизм, блин? Чтобы вот так вот проиграть. Тупо. Тупо вот этому ублюдку, а? Вот и я не видел. Вот посмотри. Что он делает? Дебил несчастный, блин. Ладно. Переиграем. Благо, мы с собой ничего хотя бы не тратим. Блин, ну это опять... Это все вот эти вот ублюдки, которые бросают своих осьминогов, блин, и... Все через этих осьминогов нам просто заклепывают, понимаешь? Даже вот этих вот лучше не ставить. Лучше ставить просто... Вот это вот... Грибы, естественно. И вот этот вот... Электрический чай, или как его там звать? Что-то типа того.
так вот выставляем и пускай он тут бомбит, блин. Чё-то вообще фигня какая-то получается. Этот достал тут раскидывать свою фигню, блин. Везде эти надгробия, чертовы, а. Просто заколебал. Что-то у меня тут не получается, ни шишарики, ребят. Просто ни шиша не получается. Некроманси. Фиганси, некроманси, блин. Да заморозься, ты уже идешь, заколебал уже просто. Ты посмотри, как с ним долго мы тут возюкаемся. Как мы его долго, блин, разбираем. Вон он, тот хлыщ. И опять он начинает здесь всех. Надо его как-то замораживать, что ли, я не знаю. Чтобы он не раскидывал свою вот эту вот пугань. И посмотри, вот этот осьминог, который стоит, да, вот этот вот. Его фиг выше пробьешь. Да нет, 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 ребят, тут фейл, блин. Тут трындец просто, трэш какой-то. Все, они проходят. У меня эти электрические растения вообще не прокачаны. И, видишь, этот гад как начинает раскидывать своих осьминогов, все. Все, пиши, пропало сразу же. Но я все равно должен пройти этот этап. Возможно, придется где-то подкопить деньжат, но пройти я его должен. Еще офисники там пойдут потом. Видишь, тут как вот этот гад идет, сразу начинает свои надгробия выкидывать. Все, ребята. Начинается трешак. Понимаешь? Его бы желательно вообще сразу бы уничтожить. Но, блин, сразу не получается. Что-то пыхтит, пыхтит у меня там это растение, но... Не выходит ни шиша. Вот, я выставляю везде, видишь, тут. Все, вроде бы, все как бы идеально, но этот кирпичноголовый проходит. Вот заморозку я делаю здесь. Ставлю так. Через электричество. И ничего не помогает. Да застыньте вы уже в конце-то концов, а? Кирпичноголовые, блин, бесявые, а? Утырки, блин. Вот. Явился, не запылился этот чепушило, который сейчас начнет тут все забивать нам.
Да поставь ты там, господи, рядом с ним, блин. И все равно не шишать. Да никак тут не сделаешь ты. Вот я не могу в данный момент справиться именно теми растениями, которые здесь мне дают. Видишь, я не могу, меня не выходит. Так, хорошо. Пойдем с тобой на следующее событие. Попробуем там, наверное, заработать. Я не знаю, чем мы там заработаем с тобой. Проблема может быть только если. Этого надо уничтожать сразу же. Все, он как появляется, трэш начинается какой-то. Три попытки, это уже, значит, перебор. Так, ладно, погнали, что у нас тут есть. Посмотрим. Мы к этому ивенту еще вернемся, не волнуйся. Вначале просто посмотрим, что вообще тут есть у нас. Ну, давай вот этот попробуем. Своими силами, естественно, все будем делать. Потому что денег у нас нету. Так, бомжара попрыгнул. Гаргантюа, в общем. Все как полагается, все как всегда. Тут ты поставил куда его, ну. Он еще, видишь, я думал, что он дальнобойный, а он, оказывается, только вблизи действует. О, бомж с динамитом. Не очень, конечно, он сильный по дамагу. Я думал, что он... Хотя кто-то молнии выпускает. Это он, наверное, выпускает, да, получается? Уже сразу гаргантюаху выпускает. Так, а этот еще с попугаем идет, а? Подожди, а почему это мы с тобой не можем попугая... Мы что, попугая не можем отбить? Получается, что ли? Я так понимаю, что попу... Блин, бомжи. Да сколько у вас бомжи, блин. Завязывайте, давайте. Прибегает, прыгает, радостный. Ну, опять началось, а? Гаргантюаха, ты достал уже, а? Идет сюда. А не слишком ли у вас тут дофигища, а? Ребятулечки. Тут вообще внизу, ребята, все чисто. Все. Нет, идет. Идет, естественно, он сейчас промнет. Естественно, ребята. И посмотри, что творят. Это что такое? Это нормально? Так и должно быть, да? Или что? Или это только мне такие, блин, события выпадают, блин. Я еще стрелку потерял свою, блин, не могу найти. Давай, жги уже. Гаргантюахи эти еще фиговы. Пошел в разнос, да, парнишка, я смотрю. Гаргантюа пошел в разнос. Интересно, мы его сможем бомбануть, а? Вряд ли, да? Вообще ни одного события сегодня пройти не могу. Дебильные какие-то события сегодня. На этих электрических фиговинах заюзано все. Не знаю, может быть, это зависит от того, что они у меня не прокатят. Бомжи вот эти вот просто взбесили меня. Ребят, тут серьезно говорю, бомжи меня просто взбесили. Которые прыгают, извини меня. Трэш. Сейчас попробуем с тобой, ну, немножко по-другому, я не знаю, сыграть. Будет ли от этого какой-то толк? Сомневаюсь, конечно. Сейчас посмотрим, насколько они... Вот если я заюзаю, например, сейчас.
Но вот тут почему-то очень хорошо получается. Вот сейчас вот. Но опять же эти, блин, смотри, сейчас эти попугаев своих будут вызывать. Вон они летят. Помогает? Не пойму, помогает, не помогает. По-моему, не помогает, да, ребят? Только под удобрением. Они очень хорошо себя проявляют. В других же случаях ни шиша они не помогают, ребята. Ай, в шоке, просто в шоке. Смотри, 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 смотри. Ёк-макарёк, сколько тут. Они просто сейчас сметут все на своем пути. Дай заюзать хоть одну. Ну, юзаем. Офигенно. Они прям вот из-под носа вырывают эти растения наши. И превосходно улетают с ними. Но я зато скажу тебе следующее. Если это последняя волна, то мы, скорее всего, пройдем, потому что... У нас с тобой все газонокосилки целые. Целые. Значит, скорее всего, сможем победить. Вот, внизу я смотрю, нижний ряд только остался. Окей. Ты откуда еще летишь-то? Ты-то откуда летишь? Давай, 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 ребята. Этого пиратика осталось, тут всего лишь бомбануть и все. А, бомжара там еще, наверное. Ну, бомжара-то можно вот так вот, наверное, прижучить. А он там еще и не один был. Фу, ну, ребят, все, умудрился пройти. Здесь и выстояли. Блин, а вот в том, конечно, фиговенько выживать. Так, ладно, это только первая миссия была, прикинь. А что дальше нас ждет? А дальше ждет вообще труба, наверное, да? Посмотрим. Так, гряда над грубей. Опять эти плевуны, гробовщики. Не знаю, зачем сюда поставил, но пускай будет так. Так, три стрел. Заморозь это уже, в конце концов. Три стрел еще. Так, поставим сюда заморозку. Это чай этот... Электрический чай или как это называется растение? И еще один горхострел. Точнее, три стрел. Нет. Давай без вот этого всего. Окей. Так, поставим сюда. Поставим сюда, не знаю, что там ожидать нам еще. Идет наверху ползунок, смотри. Идет в наглую, он в защите еще в этой. Так, поставим сюда заморозку. Допустим. Это что такое? Откуда здесь надгробия, блин, берутся? Скажи-ка мне на милость. Что еще за подвохи? За подводные камни, скажи-ка. Ну-ка. Фигня полная, да, получилась? Фигня полная, если так. Ой-ой-ой. Ты посмотри, что тут творится. Именно внизу, на нижнем ряду. Че, если вот эти вот зомби прикрываются, че, мы их пробить, что ли, не можем, я так понимаю, да? Электрические не могут пробить зомбарей, которые закрываются вот этими вот фиговинами. Так понимать мне? Или что? Не пойму, блин.
что у них за преимущество-то такое? Еще и куры эти бегут, блин. Заморозьтесь вы уже, в конце-то концов. Меня потихоньку стесняет. Притесняет сюда, видишь? К самому краю. Я, конечно, пытаюсь что-то сделать. Мне кажется, что это бесполезно, блин. Так, этих бы заморозить. Три стрелы. Если бы они хотя бы внизу бы нам помогали стрелять. Они, видишь, только вверху у нас бомбят. Внизу ни одного их нету. Вот так вот, ребят. Ага. Изо всех сил, с последних сил, ребята, мы пытаемся, точнее, я пытаюсь выжить. Вот надгрубия, они нафиг здесь не нужны. Так, это последняя волна, да, я надеюсь? Вроде как да. Фу, неужели справились, а? Да, очень сложно. Упал. Да, прошли. Это мы с тобой сколько? Тыщенку всего лишь зарабатываем? Тыщенку. Это мне даже не хватит. Нет, ну хватит на заклинание дешевенькое какое-то. Но оно мне погоды не сделает. Опять этот хмырь здесь, а? Да что вы мне вот это вот все даете? Как вот я должен, извини меня, этими... Смеется он там радостный, блин. Дурачок местного разлива. Конечно, хотелось бы, чтобы эти растения очень как-то эффективнее бомбили. Но я не вижу тут особого эффекта. Ну, по крайней мере, тот, который я хочу от них видеть. Электричеством бомбят. Ну, может быть, из-за того, что они прокачаны слабо. Или ничего. Как это я? Фиг знает. О, там серферы еще пошли. Еще и их тут не хватало, блин. Ну, давайте. Ну, господи, ну. Вот, молнии. Они вызывают все-таки периодически молнии, ребята. Это они делают. Ну, когда их вот такая вот армия идет, огромная, тут, конечно, я не знаю. Тут же еще зависит, какой-то зомби слабее, какой-то сильнее. Еще вот эти вот прыгуны. Ну, прыгунов мы тут половину уже в воздухе подкосили. Монетку отдай сюда, золотую. Золотая монетка на вес золота. Она мне нужна. Ишь, серферы еще, блин, тоже, блин, плохо. И ни одной удобряшки не дают, к сожалению. Вообще ни одной. У этого даже еще шлем не сбили. Окей. Так, опять этот идет. Вон, видишь, хлыщ. Да-да-да-да-да, который любитель, блин, бросать свою фиговину эту. Как ее назвать-то? Сминогов свои. Ну, посмотри, тут все просто в электричестве. Так, там... Ой-ой-ой. Их меньше-то не становится. Их такое ощущение, что наоборот их больше. У меня эти зомбики, они выпускают электричество. Ой, зомбики, ё-моё, я уже все оговорился. Мои растения выпускают электричество. Молнию вот эту вот, электрическую. И все равно им по барабану. Посмотри. Тут уже, ребята, считай, армия, ну, так скажем, проигрывает, потому что здесь половину уже, как видишь, заклепали этими осьминогами, блин. Все вот он. Вот он, гаденыш этот. Враг номер один, вражина. Именно в нем проблема вся. Зато всех сразу же накрыли. Ха-ха-ха.
Есть контакт. Ну, последнего-то, блин, завалим мы все-таки или нет? Вспышки. Мистер Вспышкин. Давай, давай, ну. Я уже не знаю, тут уже нет места, куда бы можно было... Посмотри, электричество бомбит вот по этим вот его осьминогам. Они очень сильные. Они очень сильные, они не так быстро, извини меня, исчезают, погибают. Вот ты смотри. Идет и идет, идет и идет, в наглую причем. Че, мы его даже подбить, что ли, не можем, я так понимаю, да? Мы ему только руку вон отсандачили. Все. Слушай, по-моему, это какой-то баг, ребят. Не может быть он таким офигенно крепким. Мы его, конечно, уничтожим, но... Посмотри. Я не знаю, что с этим делать. А ты хочешь, чтобы я там прошел? Угу. Там тоже не получится. Ладно, переходим с тобой на следующий этап. Это предпоследний получается у нас. Ну давай, давай, Ромашка, я все понял. Мосток, да? Пеликаны там еще. Там еще пеликаны. Так, зомби с бочками будут? Наверняка будут. Ну давай, давай, давай. Музыка еще. Мы даже обычных зомби с тобой еле-еле убиваем. Это растение у меня не прокачано, Миша, поэтому, ребят. Оно, видимо, такое слабое. У меня его, во-первых, и нет еще. То, что оно не прокачано. Элементарно его нету. А, пиратишки пошли прыгать. Окей. Там, там еще и летные. Там еще и летающие. Да куча. Пеликаны. Пеликаны пошли. Так, а кукурузы, насколько помню, этим бесполезны. Потому что они отскакивают, да? Они отскакивают от них. Ну-ка. Куда поставить-то? Блин, магистры эти. Еще маги делают. Превращает в этих. В овец. Мерси. О-хо-хо-хо. Еще не легче. Так, хорошо, что они сейчас просто обездвиженные. И мы можем воспользоваться этим моментом. Немножко, так сказать, поднасолить им. Совсем чуть-чуть. Че, влупляем? Отлично. Я думаю, надо еще влуплять. А дадите мне еще удобряшку или не дадите? Скорее всего, не дадут. А может быть даже тут и не надо. А, нет, это не последняя еще волна, подожди секунду. Ну вот куда этот летит? Ну вот летит наглый, понимаешь, летит. Все, мы его там подбили. Сейчас он схавает растение. Сюда теперь. Тут эндуриан бедолага надкусанный, он уже там, мозги у него торчат. Летишь, гаденыш, летит. Ё-моё, это чё, чё за акция такая, блин? Твою налево, ты посмотри. Трышковские. Вачовские. Сметался быстренько за кофейком. Фьюх, по-моему, отбились, друзья.
Нет. Еще фан найдет. Я думал, что все. Но я был неправ. Идут еще два мага у нас. Все. Наконец-то. Слабый, конечно, этот электрический цветочек у нас. Ну, главное, прошли. Сейчас посмотрим, что у нас будет на последнем этапе. Где он у нас? Вот. Потом, наверное, придется на арене где-то деньги зарабатывать, чтобы пройти нам тот последний уровень. Сейчас глянем, что у нас тут будет. О-о-о, трэш. С динозаврами, ребят. Уровень с динозаврами. Так, это мы пока трогать не будем. Это нам... Ох! Чувачки идут, которые, ребята, толкают игровые автоматы. Как я не понял... Ага, все, начал хавать. Я уже думал, что он, неужели он... Ну ты-то куда бежишь-то? Так, здесь, наверное, вот таким вот образом делаем. Опять он идет, а? Сдуваем, сдуваем их всех. И этих тоже. Слушай, ну тут будет очень много волн. Да уйди ты. Ах, их подкидывает, ё-моё. Поехали тогда, что делать. Блин, я так понимаю. О, еще не легче. Да хавайте вы там, мне не жалко. Хавайте. Гаргантюахи пошли. Слышу я их не топот. Бу-бух начинается, да? Ну. Этого-то мелкого. Давай вот здесь вот. Книга Любу фиговы. Смотрим, друзья, смотрим. Так, скинул, скинул. Теперь обратно лети. Ага. Уйди, я тебе говорю. Стоямба. Так, одного, наверное, будет мало, да? Нет, хватило. Блин, мне надо сдуть, сдуть, сдуть срочно вот этих вот. Здесь-то сдул, блин, а там-то как? Эта волна еще к тому же не последняя. Давай сделаем вот так вот. Так, разбомбили, да? Здесь сдуваем. Здесь тоже тогда сдуваем. И здесь вот сдуваем. Ну а здесь уже придется как-то своими силами справляться. Может быть, через орех есть только? И вот здесь через орех. Сейчас еще последняя волна будет, ребята. Она еще не наступила. Это так. Не знаю, разминка назвать, что ли, ее, или как. Жуйте, жуйте, мне не жалко. Блин, они... Нафига так ускоряться-то? Куда ты бежишь? Неужели кто-то из них пройдет, а? Да это вполне может быть. Я уже запарился их туда-сюда сдувать.
пока не замороженные, надо вот здесь вот. Надо вот там бомбить, ребята, а не где я выставляю в данный момент. Вот тут они будут получать урон. Да-да-да-да-да, туда-туда-туда, все туда. И ты со своим этим иди отсюда. Толкатель, чертов, тоже мне. Фух. Какой долгий уровень, а. Бамс, там хорошо взорвалось. Наверху. Давай-давай, хавай-хавай. Хомячий орешек. Ну все, их только теперь остается, ребята, допустить поближе к нам, чтобы можно было их спокойно взорвать. Давай, хавай. Ну, взорвешься ты сегодня или нет? Вот и все. Да, друзья мои, здесь мы справились, отлично. Ну что, получаем с тобой награду тогда? Что там у нас выпадет? Сейчас посмотрим. Так, секундочку. Вот. Одна пиньята, 50 семян. Кабачок выпадает нам. 10 штук. Того 30 кабачков. Так, перец болгарский. Или как он там? 10 арбуза. 3 стрела. Тоже 10. И последний. Это у нас чомпер. Все, ребята, 50 семян закончилось. Как, блин, этот этап? Подожди, давай-ка посмотрим, что у нас на арене вообще происходит. Просто глянем. Так, ежедневочку. Ага, еще 2000 монет получил. Ну, спасибо, они мне не помешают. Арена. Так, что я тут? В Железной Лиге, да? 30 семян. 8 дней, ребята, осталось. Так, тут еще 2000. Ну что, поехали. 2000 монет мне в любом случае надо получить. Проева. Вот как тебя величать, Проева. Так, у нас здесь электрический рулет написано. Хорошо, тогда берем с тобой вот этого. А раз электрические, они еще и под ультой у меня. Слушай, ну это круто. Тогда этого возьмем. А что еще? А мята электрическая есть у меня? Есть. Что еще? Стоит ли... А, вот. Вот так вот сделаем. Блин, я вот не знаю, нам нужен будет подсолнух или нет. Летающих нету, тут есть бочками. А почему у нас, извините меня, апельсин относится к ряду электрических? Что-то я не понял. Ну что, поехали, давай смотреть. Да ладно, что ты гроховый, что ли, здесь? Слушай, ну электрических тут, ребята, то есть электрических, этих, солнечной энергии здесь хватает. Она падает вообще офигенно. Чего там? А, заполнено все, я думаю, что такое? Тут целая армада у нас падает солнечной энергии, так что вообще не вижу никаких проблем, ребят. Так вот выставляешь. И все. Не понял, ты кто мне заморозил? А, это со снежками тут чудики.
появились. Так, сюда. Так, я вижу, тут Гаргантюаха у нас. Ну-ка, прям в середину вставляем, ребят. Электрический цветочек, который там еще наяривает. Этот идет хламом Гаргантюа. Сейчас будет тут что... А, эти идут по безопасной дорожке, видишь? Они все-таки смогли здесь пройти, ребят. Вот по этой, по центральной они могут пройти. Поэтому ее как бы нужно, ребята, бомбашить по чернаку. Да как ты, зомби несчастный, а? Прошел. Что у нас там? 330 тысяч всего лишь набомбашили? Это как-то уж больно мало. Я бы сказал, вообще мало. Да, малеха будет. Так, что у нас тут? Давай вот так вот сделаем. Сколько там еще по времени у нас? 17 секунд, но я думаю, здесь победа будет за нами. В принципе-то, да? Что-то хочется, знаешь, такого массового, массового, чтобы так бомбануло, чтобы им мало не показалось. 442 тысячи. Я считаю, что это мало, ребята. Растения под ульту, они должны бомбить намного круче. А тут как-то кисленько. Так, 10 пеньков. 10 лука. Окей. Так, сейчас будет у нас разыгрываться 2000 монет. Так, ну что, погнали. Я думаю, может быть, ускоряшку нам влепить или не стоит. Пока не будем менять с тобой ничего. Единственное, я думаю, может быть, нам стоит взять с тобой мины. Вот что-то хочется взять мины. Например, уберем с тобой вот эту вот. И взять минушку. Где у нас мина? Вот эту. Или же... Нет, давай лучше мину. Так вот, попробуем. Тут же не написано, что мины на них не действуют, верно? Верно. Ну, где они там? А мины под ультой как раз они будут тут распространяться. Ах ты, гад, он отражает, ребят. Он отражает этот клоун-то, блин. Отдай сюда. Блин, у нас сюда бряшек больше, чем нужно. И вот эти вот мины просто с тобой плодим, да и все. Так, погоди секунду. Удобряшку успел урвать? Я успел вроде бы. Ну и все. У нас, ага, вон, смотри. И что происходит? Вот они именно по среднему ряду довольно так быстро проходят. Причем им позволено там ходить, нам же нет. Так, где у нас там, чего я не вижу? Давай здесь, наверное, снесем все это дело. Так, цитрон сюда ставь. Мне бы мину не помешало бы. Так, секунду. Вот это что за выкрутасы? Смотри, они опять идут по этому ряду. И опять у меня там ничего не защищено, да? Но они не прошли. Давай-ка так сделаем.
Ну вот, уже намного лучше, по крайней мере, по очкам. У нас уже 600 там с лишним тысяч. Все очень даже неплохо. Давай, 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 жарим, жарим их всех одну за другим. Никаких им тут пощад. Сколько? 30 секунд, да, написано остается? 30 секунд. Сейчас еще вот эту вот мину. Хоба. Так, наверху что там проходит? А как там? Не понял. Как ты там, гаденыш, умудряешься-то, а? А если мину? По барабану ему просто. Прикинь, вот этому гаргантюа, который там наверху. Ему пофиг было на мою мину. Пеннивайз. Угу. Так, ну что, 2000 мы с тобой забираем. Так, вот я думаю, может быть, попробовать последний этап. Или все-таки еще здесь поиграть маленько. Пройти вот эту вот всю фигню. Ну давай, хорошо, уговорил. Пройдем с тобой 3 этапа. Ну, единственное, что я хочу, наверное, сейчас на ускорение, ребят. Поставим на скорость и все это быстренько с тобой заюзаем, потому что так слишком медленно. Оставляю ровным счетом то, что у нас было. Ничего менять не будем, просто ускорение сделаем. Так. Let's rock. Поехали. Только вот, блин, вот это вот нафига. Зачем они здесь мне нужны? Не знаю, ребят. Так, мины, все как полагается. Везде, пускай у нас будут цитроны. Цитроны пускай стоят, бомбят. Вот здесь влепим. Так, они опять же по среднему ряду у нас идут, насколько я понимаю, да? Поехали. И мины, мины плодятся без остановки. Так, сюда опять же цитрон ставим. Здесь то же самое. И опять же продолжаем плодить мины. Так, погоди-ка. Стоямба. Да ё-моё, что-то как-то... Подожди секунду, подожди, подожди, подожди. А, так у меня замедлено. Я думал, что я на ускоренном играю, ага. На ускоренном. На замедляшке играл. Ладно, фиг с ним. Так, мина. Давай еще. И еще. Сколько у нас? У нас почти с тобой лям набран. Окей. По очкам. Вот так вот. Делай выводы. Мина рулит, одним словом. Что я тебе могу сказать еще по этому поводу? Где мина, блин? Где мина? Хоть одна. Нету никакой мины здесь вообще у нас. Цитрон. Вжаривай. И он вжаривает. Что-то у нас вот тут, вот, если честно, вообще как-то все кисло. Все, победа. Лям 158 тысяч. Так, мы с тобой зарабатываем 2 пиньяты. Какой там электрической стихии, да, получается? Ага. 80, все, это по десяточке. И остается у нас еще два разика сыграть, да, получается? 8 пиньят в конце можно выиграть. Сахло. Или сахлу. Погоди секундочку. А если мы, например, с тобой сделаем... Допустим, так...
Сейчас доизобретаюсь. Ладно, ничего не будем тут изобретать. Все как есть, хорошо работает, поэтому... Единственное, что я не буду сейчас... Вот это просто сразу Let's Rock и все. Не будем выставлять своих изначально. Вон эти клоунады там уже идут. Посмотрим. Ты же сдула, чувачка. Просто сдула, чувачка. На 4 кулачка. Давай сюда поставим. Цитроны. Цитроны бомбят. Давай так вот вообще. Норм, норм. Ну и, конечно же, мины. Где у нас мины? Блин, я ни одной мины не вижу там. Где они там находятся? Фиг его знает. Не видно мне их. Ну, что там поставим? Давай сюда. Хочу мину взять. Вот, мину взяли. Плодим. Стоям бы. Один хмырь все-таки, ребята, умудрился пробиться. Прикинь. Нет, не пробежал он. Его уничтожили быстрее, чем он смог дойти до газонокосилки. Бамс. Слушай, мины их очень здесь хорошо, ребята, на самом деле бомбит. Так что я не знаю, почему здесь преимущество написали, что типа в электричестве, когда их взрывные тоже очень даже неплохо колбасят. Вот ты посмотри сам, что они вытворяют. Вот и все, вот тебе и вся практика. Так, сюда поставим. Подожди, сюда. Их, конечно, тут много бежит, не поспоришь. Но все равно мы их сдерживаем. Твою налево, не успел. Думал, сейчас накажу, но не успел. Смотри, 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 мелкий хотел пробежаться. Не вышло у него, естественно, не вышло. Он наверху, гаргантюаха, псих, бомбит. Ну-ка давай, цитрон, покажи им, почем фунт лиха. Ну, здесь приблизительно такая же, ребята, сумма. Ну, чуть поменьше. Ну, за лям, да? За лям мы с тобой берем. Так, получаем 5 конфет. И последний поединок, это у нас будет ради 8 пиньят. Уже у меня 20 корон. Поехали. Также по Шурику Хоми. Интересно, это реальные игроки или это так? Просто ботов так называют. Мне интересно знать. Давай. Let's rock. Поехали. Тут еще хорошо видишь, что очень-очень много выпадает солнышек. Это прям круто. Так, минушки. Да, цитрон у нас получается как... разряд электрических. Понял. Сейчас я тут все минами заложу. Заложил, да? Называется заложил минами. Сейчас, вот сейчас попробуем.
Куда ты, мелкий хмырь, а? О-о-о-о, ползет, смотри, ползет. Не добежал. Такой думал, сейчас я быстренько, а, газонокосилку схвачу. Но не тут-то было. Ничегошеньки у него не вышло. Так, секунду. Блин, тут еще чувачок, который снежные комочки свои разбрасывает. Бесит он. Тюж-тюж там. Ну, цитрон, он, видишь, он бьет только по одной цели. Видишь, по одной. Электрические они пробивают через, ну, через ноги. Как бы прошивает цепь электрическая. А цитрон он бьет чисто по одному. Давай так сделаем. И еще вот так. Опять этот мелкий позорник здесь бежит. Неужели у него получится? Смотри-ка, у него получается, ребята. Нет, не добежал. Опять не повезло чувачку. Опять не повезло чувачку. Так, поставим сюда. Поставим сюда. И вот так вот сделаем. Ну, тут уже, ребята, существенный отрыв у нас. Существенный, посмотри. Грубо говоря, почти лям 400. Ну, меньше чуть-чуть. Лям 366. Прекрасный результат. И мы с тобой забираем 8 пиньят. Так, давай посмотрим, что нам здесь выпадет из них. Ага. Так, турпип, как-то там его звать. Так, это у нас перец халапеньо. Магнифитинг глаз какой-то, блин. О, 20. Электрический чай, точно, ребята. Чилибин. И все. Ну что? А, мы еще вон что получаем. 30 электрической лозы. Так, 168. Это еще, грубо говоря, соточку мне нужно набить. Соточку, чтобы получить эту электрическую лозу. Ну что, я пойду попробую, ребята, у нас 5000 есть. Я знаю, что тяжело будет, но возможно, даже все деньги сейчас солью. Что тут, конфетку забрать? Заберем. Но я должен ушатать. Вот здесь, блин, трэш какой-то. Это какой-то трэш. Самое главное, он тех хламонов валить. У меня всего лишь одна попытка, ребята. Если я фейлюсь здесь, то все. Шансов у меня больше здесь не будет. Блин, ну вот это вот, вот они. Во всем виноваты они. Видишь, они сейчас начнут вот эту свою фигню бросать. Если мы с тобой сейчас вот так вот сделаем еще. Ну, видишь, вместо одного появляется десяток, блин. Давай, короче, попробуем сделать вот так вот. Стоям, а, подожди. Да что ты делаешь, блин? Поехали, короче. Как-то вот так вот. Не знаю, зачем мне эти кирпичники вдруг понадобились, блин. Нету там пока еще этих говнюков мелких. Цитрон. Это еще, блин, маг там лезет. Так, секунду. Ладно, здесь, предположим, сделаем так.
Чё-то мне кажется, ни шиша у нас тут не получится, друзья. Как-то не выходит. Они, смотри, они своими надгробиями здесь все абсолютно, ребята, мне ушатали. Видишь? Все. А волна сейчас еще будет впереди. Еще лютая волна будет, причем. Они хоть и дают мне здесь, ну, типа, так скажем, прослабление, блин. Как это еще назвать по-другому, я не знаю. Типа надежду какую-то, да? Но на самом деле никакой надежды нету. Видишь? Просто. Просто разносит и все. Можем вот так вот свой сделать, ну типа. И эти вот гаденыши, как раз вот они свою вот эту вот чушь и делают. И маги. Ну а куда же ты? Ну а куда без магов-то, ребят? Ну куда без магов-то? А без магов никуда. Че, сколько у нас еще денег? Мало. Надгробие я уничтожить не могу, блин, не могу. Вообще никак не могу с ними справиться здесь. Если здесь пройдут, то все. О, там еще и этот появился, смотри. Да, правильно ты говоришь. Ну, если сейчас здесь пройдет, все, ребят, тут трындец будет. Да, они проходят. Не могу, не могу, мне не хватает, ребят, нервов у меня не хватает, одним словом. Ты посмотри. И денег нету. Нет, это лютость какая-то. Смотри, они все тут своими могилами заставили. Как я должен это? У меня нету растения, которое уничтожает могилы, понимаешь? А пробить их электричеством — это проблематично. К сожалению, да, ребята, не могу пройти. Больше извините. Я попытался, я постарался, но ничего у меня не получилось. Все деньги слил, и ничего не получилось у меня. Так что, друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!